Здравствуйте, это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий Андрей Григорьев. Мы находимся в символическом месте в центре славянской письменности слова на ВДНХ. И прямо сейчас мы проследим историю взаимодействия русского и церковно-славянского языков несколько столетий за 15 минут. В первых выпусках мы говорили о том, что старославянский язык был создан Кириллом и Мефодием в IX веке. Однако уже в X-XI веках старославянский подвергается влиянию со стороны живых разговорных славянских языков на разных территориях расселения славян. И старославянский язык меняется, в первую очередь меняется его лексика и фонетика. Вместо термина «старославянский язык» при характеристике этого языка после XI века принято использовать термин «церковнославянский» различных изводов, или территориальных разновидностей – болгарского, сербского, русского изводов. Как сосуществовали церковнославянские и русские языки на протяжении семи веков? Узнаем в нашей программе. Период с XI по XIV века принято называть киевским периодом в развитии истории русского литературного языка. В этот период у восточных славян уже сложилась мощная самостоятельное государство, Киевская Русь, с границами от Вислы на западе до Волги на востоке, от Северной Двины, Двины на севере до Южно-Русских степей на юге. В X веке Русь принимает христианство. К середине XII века начинается процесс феодальной раздробленности, в XIII веке на Русь приходят татар-монголы. В XI-XIV веках церковно-славянский язык мы встречаем в библейских книгах и богослужебных текстах, в то же самое время вне библейская литература создавалась на языке, в образовании которого участвовало две стихии – церковнославянская и русская. Существует множество попыток интерпретации, но традиция, которая идет от известного советского лингвиста-академика Виктора Владимировича Виноградова, называет этот язык русским, или точнее древнерусским, литературным Виноградов считает, что древнерусский литературный язык в этот период можно разделить на стили, которые строго связаны с определенными жанрами литературы. Есть тексты, которые созданы с преобладанием церковнославянских элементов фонетики, грамматики и лексики. Это богословские сочинения, проповеди, жития святых, Например, молитвы Феодосия Печерского, Кирилла Туровского, произведения торжественного красноречия, такие как Слово о законе и благодати Митрополита Илариона или слова Кирилла Туровского, жития, сказания и чтения о Борисе и Глебе или житие Феодосия Печерского. Данный стиль в терминологии Виноградова книжнославянский описывал те жанры письменности, в которых говорилось о взаимоотношениях человека и Бога. Каковы языковые особенности данных текстов? Это преобладание старославянских форм над церковнославянскими, широкое использование церковнославянской фразеологии, при этом интересно, что многие из таких устойчивых сочетаний продолжают встречаться и в современном употреблении. Например, удрученное сердце, светлая неделя, великое смирение, горькая печаль, радостная душа и так далее. Еще одна черта ⁇ это употребление сложных слов заимствованных из старославянского или переведенных буквально по частям слова, то есть по морфемам, соединительной гласной, так называемое калькирование. Для русского языка эта модель неисконная, но она приживается в современном русском языке. Если вначале в языке возникли только грецизмы, книжные заимствования, например, Евангелие, Архангел, потом Кальки, Православие, Правоверие, тщеславие, Богородица – то к 16-17 веку по такой модели мы встречаем уже русские производные. Например, прилагательное «самолетный», э, «птица самолетная» еще до изобретения авиации так называли «птиц», потому что они сами летают. А уже в 19-20 веке по такой модели образовывались, собственно, русские слова «паровоз», «пылесос», «луноход», но это было бы невозможно без усвоения церковно-славянского наследия. Стилистической противоположностью данных текстов были памятники деловой письменности, тексты грамот, договоров, первый свод русских законов «Русская правда». Сюда же относится большинство неанормированных, безистинных грамот, найденных в Великом Новгороде, Старой Руси, Смоленске, Москве. Интересно, что тексты официальных грамот, созданных в разных областях Древней Руси, содержат в себе чрезвычайно мало местных диалектных черт, фонетики, лексики и синтаксисе. Слова таких текстов включают э, бытовую, социальную, и, собственно, правовую лексику XI века, какие-то слова и значения даже сохранились в современном языке, например, «изгой» — это человек, выбывший из своей социальной среды, «чужак», «холоп», «раб», «слуга». А, у некоторых современное значение еще в текстах XI века использовалось на еду с исконным. Например, слово «разбой» могло использоваться в значении «поединок» и, как в современном значении, «вооруженное нападение без предварительной ссоры» а есть слова, которые сейчас существуют в русском языке, но имеют другое значение. Например, слово «ябедник» раньше — это исполнитель судебных поручений князя, а сейчас — доносчик-клеветник. Напротив, тексты грамотной берести позволяют нам примерно представить, как звучала живая русская речь со всеми диалектными индивидуальными особенностями. Наиболее интересными в стилистическом отношении являются так называемые гибридные тексты или тексты народно-литературного стиля. В них представлены в равной степени как исконно русская, так и церковно-славянская лексика. Это произведения разных жанров. Историка хроникальные, как повесть временных лет и другие летописи. Произведения учительного красноречия поучения Владимира Мономаха. Слово и моление Даниила Заточника. Повествовательная литература. Слово о полку Игореве. Слово о погибели русской земли. Степень взаимодействия книжных или церковно-славянских и русских элементов была разной. В летописи могут объединяться разнородные по содержанию части. Например, в летописном сказании об основании Киева или о смерти Олега от коня своего язык восточнославянский, рассказ создан на фольклорной основе. А вот в летописных повестях о смерти князя Владимира, о мучениках Борисе и Глебе. Используются старославянские элементы и модели, которые восходят к византийской книжности, рисуя нам идеальный образ князя, блистающего всеми христианскими добродетелями. С другой стороны, в молении Даниил Заточника и в слове о полку Игореве слились в единое целое две мощные традиции – книжная и фольклорная. Слились, чтобы создать внутренне разнообразный, семантический и стилистически богатый русский язык. Слова Даниил Заточников, в которых видна мудрость народная, лукавая, выраженная нарочито сниженными образами, звучат и сейчас очень современно, например, фрагмент о безумных, то есть глупых людях, попросту говоря, дураках. «Коли пожрет синица орла, тогда безумный ума научится, безумных не орют, не сеют, не ткут, не придут, но они сами рождаются». С 14-15 веков начинается новый этап развития Руси и древнерусского языка. Нашествие татар-монголов приводит к тому, что Русь разделилась на две половины – северо-восточную и юго-западную, каждая из которых с 14 столетия пошла своим путем. Юго-западная Русь попала под власть польско-литовского государства, а северо-восточная Русь, хотя и платила дань татарам в политическом отношении, оставалась более-менее независимой. Единый древнерусский язык распадается в этот период на три диалекта и языка, собственно, русский, украинский и белорусский. В этот период в живом народном языке произошли весьма существенные изменения. В XII-XIII веке утратились особые редуцированные гласные, что привело к перестройке всей фонетической и отчасти грамматической системы. Перестали встречаться в живом употреблении звательная формы типа «жену», «деву», «отче», «врачу». В современном языке остались тоже Божь, только Божие и Господи. Постепенно система склонений заменяется современной, утрачиваются старые глагольные формы прошедшего времени. На базе древнего перфекта возникает современное прошедшее время. На месте устаревающих слов появляются новые. Так, например, слово ⁇ глаз ⁇ вместо ⁇ ока ⁇,⁇ глупый ⁇ или ⁇ дурак ⁇ вместо ⁇ безумный ⁇,⁇ собака ⁇ вместо ⁇ пес ⁇ активно входит в оборот в 15-16 веках. В живой язык органической частью входят заимствованные тюркизмы, например, таможня, деньги, башмака и другие. Все эти изменения привели к разрыву, резкому разрыву между книжно-письменным и разговорным языком. В 15 веке в Московской Руси возникает новая языковая ситуация, для которой характерно противопоставление книжно-письменного и живого разговорного или простого языков. Эту новую языковую ситуацию определяют как двуязычие. Архаизация книжного языка усугубляется желанием Москвы после падения Константинополя осознать себя центром православного мира, что приводит к грецизации русской графики и орфографии, возрождению риторических традиций Византии и Киевской Руси. В церковно-славянской литературе господствует стиль плетения или извития словес, которые из-за пышных перефраз называли искусством вариаций. Вот как звучали такие тексты, торжественные, но при этом даже сейчас по большей части вполне понятные, говорящему на русском языке. «Князь Дмитрий, цвет прекрасный царя Владимира, отец есть миру, око слепым, нога хромым, столб страж мирила, высокопаривый орел, плавающим пристанище, корабль богатству, оружие на враги, стена нерушима, зерцало житию, высокий ум, смиренный смысл, ветром тишина, пучина разуму». Собственно, русский язык в это время используется при создании деловых документов. Это так называемый приказной язык, а приказ в московском государстве это учреждение, которое ведало отдельной область управления, как современное министерство. Также на этом языке создавались некоторые литературные произведения. В то же время, условием для успешного развития русского языка во все века его развития является активное взаимодействие церковно-книжной и живой русской традиции. При всей духовной высоте церковно-славянского языка в нем всегда ощущалось некоторое, некоторый недостаток задушевности, теплоты, фольклорной традиции и емких слов сниженного характера. Поэтому особый интерес представляют произведения, в которых авторы, даже в условиях резкого противопоставления двух языков церковно-славянского и русского, находят возможность. И в этот период объединить эти стихии. Так Иван Грозный, человек, очень образованный, блестящий стилист и полемист, прекрасно владел всем арсеналом церковно-славянских языковых средств и риторических приемов. Но когда он хочет выразить свое эмоциональное отношение к поступку предателя Андрея Курбского раздражение, гнев, презрение он смело обращался к средствам русского разговорного языка. И ты это все забыл, собацким изменным обычаем, приступив крестное целование. Что, собака, и пишешь, и болезнуешь, совершив такую злобу? И чему оба подобен совет твой будет, почекала смердяй? Посему, бо всем, разумеется, собачья измена». Не менее показательным представляется и ценнейшим памятник 15 века «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Как писал известный лингвист Николай Сергеевич Трубецкой, «Хожение не просто описание любопытных путевых приключений или диковин, виденных в дальних странах, а повесть о том, как несчастный христианин, раб Божий Афанасий, занесенный судьбой в нехристианские страны, страдал от своего религиозного одиночества и тосковал по родной христианской обстановке. Атмосфера чужой, при этом языческой земли, создается путем употребления большого количества заимствований из тюркских, персидского, арабского языков, а в религиозных отступлениях много церковно славянизмов но основное повествование ведется здесь по-русски с использованием разговорной лексики и бессоюзных сложных предложений. И, наконец, в творчестве Протопопа Авакума двуязычие окончательно разрушается, и книжные разговорные стихии соединяются в основе русской разговорной речи. Очень показательные такие примеры. Внимай Бога разда и слушай, что пророк говорит с апостолом, что Жорнов дурака в муку перемелет. Или «Владычица моя, Пресвятая Богородица, уйми дурака того, и так спина болит». Или «Я, заплакав, благословил его, горюна». К сожалению, сочинения протопопа Авакума, как известного раскольника, долгое время были запрещены и не оказали влияния на развитие русского литературного языка, но предвосхитили его. Неоднократно в научной и церковной литературе Авакума называют Пушкиным XVII века за стремление объединить две традиции – книжную и разговорную – и дать новый импульс развитию языка. Итак, к XVII веку мы видим прекрасный церковнославянский язык, на котором написано произведение высокой литературы, однако в результате религиозных и политических событий он утрачивает сам принцип развития, то есть добавление в свой состав новых элементов. С другой стороны, среднерусский или старорусский литературный язык активно включает в свой состав и новые слова и первое заимствование из европейских и восточных языков, то есть стремится к стилистическому обогащению. Подробнее об истории русского и церковно-славянского языка в XI-XVII веке вы можете прочитать в работах Виктора Марковича Живого, и Александра Михайловича Камчатного, а также других лингвистов. Как же в XVIII веке будет развиваться взаимодействие между русским и церковно-славянскими языками, и как возникает современный русский язык, мы с вами узнаем в следующих выпусках. На этом мы с вами не прощаемся. Новый выпуск Матрицы русского языка будет посвящен 18-му столетию времени грандиозных перемен Петровской эпохи. До новых встреч в Центре славянской письменности Слова на ВДНХ и на телеканале ⁇ Русский мир ⁇